пользуетесь Гуглом? Да, гуглю. Как часто вы гуглите? Раза три на дню. Я решил вбить и посмотреть самые популярные вопросы по поводу снукера. Почему снукер? И Google сам заканчивает вопрос. Вы должны ответить на эти вопросы. Почему снукеристы пьют воду? Покаивают нервы. Могу вам предложить другой вариант ответа, чтобы был лишний повод выйти за кулисы. Но некоторые злоупотребляют после каждого фрейма, куда-то убегают, и кому-то не нравится, у меня перерывы. Может, они не воду там пьют еще? Знаете, следят за этим. Курить запрещено. Ну а как же так, снукер, вот Шарли, Ки, хочется же вот пивка взять, там, о, покурить. Да. 96-го года все изменилось. До этого записи шикарно. Да. Почему у снукеристов дергается средний палец? Единого мнения на этот счет нет. Может, он связь какую-то там принимает? Я считаю так, что это просто такая привычка, которую нельзя назвать ни плохой, ни хорошей. Сколько стоит билет на снукер? От 10 фунтов до 70, скажем. Заканчивается чемпионат мира, открывается продажа на следующий. За первую неделю скупают 90% билетов. То есть билет достать сложно. Еще один из самых популярных запросов в Гугле. Когда будет снукер на Евроспорте? Через пару секунд. Букмекерская компания 1Х Ставка.